Здравенькие, ребят, вы на канале Фордмаг. Ну что же, новое видео с канала Коваленко Труня. Я перезаписываю звуки из Майнкрафта. На самом деле, это крутая идея. Просто помню, что есть такой канал, в котором чел пытается перезаписать разные звуки посредством струнных, в основном посредством гитары, бас-гитары и усилителя. И у него реально порой получаются очень натуральные и офигенно звучащие, например, сэмплы и звуки, который, ну, очень похож, например, на FNAF, на Майнкрафт и прочее, прочее. Давайте уж посмотрим, что же получится у Труня. Поехали! Сейчас я перезапишу звуки из Майнкрафта в реальной жизни. Alright. Я тут слышу удар, и потом перекатывание каких-то вот гранул. Смотрите, что... На секунду показать, как будто смяли что-то. Чего я принес? Пакет кошачьего наполнителя. Использованного, разумеется. Что здесь происходит? Да ну. Офигеть, это очень похоже. Похож на... Нет, надо, чтобы звук был более резкий. Тот же самый звук, но не в полиэтиленовом пакете, а в крафтовом. Да, мне нравится вот этот первый звук, он прямо в тему. Но дальше все, конечно же, не то. Но у меня есть план. Платок я у кошки, конечно, отбирать не стану, а вот коробку от гитарной стойки разрезать. За милое дело. Посмотрим. Так, все-таки надо записать парочку звуков. Ага. Так, и... Честно, вот всегда обидно, что звук режиссеров вообще и людей, которые отвечают за записи многих сэмплов, многих звуков, просто забывают о них, потому что их работа также чертовски важна, чтобы фильм зазвучал. Так как многие звуки в реальности, они довольно глухие и пустые, когда посредством, опять же, разных ухищрений, например, ударов по бутылкам, например, там, знаете, свисту или каким-то еще особым звуком, например, то, что создание такого более сочного звука насилия, посредством, знаете, того, как разгрызают яблоки, сельдерей, капусту и прочее, прочее, это правда недооценивается многими. Считается, что это, ну, что-то как должное, хотя работа там проделывается так же колоссальная. Это еще удары вот в начале. Готово. Вот, пожалуйста, смотрите, что у меня получилось. Итак, наш звук состоит из следующих звуков. Кошачий наполнитель, шуршащая пупырка, наполнитель в пакете. Жутко закомпрессированный. Звук, как я дую, как бы это странно не звучало. И звук, как я бью по картону. Теперь включаем это все вместе и угадайте, звучит звук из Майнкрафта оригинальный или это. Звучал мой вариант. А вот так звучит оригинал из Майнкрафта. Мне кажется, неплохо, я доволен. Ну-ка, мой еще вариант. Раз. А вот так звучит оригинал из... Ну, неплохо, звук, кстати, неплохо звучит, но все-таки чуток отличается от оригинала. Звучал мой вариант. А вот так звучит оригинал из Майнкрафта. Звук более мягкий. Мне кажется, неплохо, я доволен. Но главное, чтобы это убедило не меня, а совсем другого человека. Пару дней назад я встретился с Герой, вы его все, я думаю, знаете. И он является настоящим экспертом по Майнкрафту. Он играл в него сотни или тысячи часов. Эти звуки сидят у него на подкорке. Поэтому мы с ним вместе поиграли в Майнкрафт. Он выбрал для меня звуки, которые я должен повторить. И он должен определить, где мои звуки, а где оригинал. Ну ладно. Привет. Привет. Антон Крип. Блин, довольно громковато как-то. But I'm a creeper. 2005. Ладно. Так, знаете, когда на глаза надавишь очень сильно, что-то похожее происходит? I push my fingers into my eyes. Как прекрасен Магадан. Первый звук будет вот такой. Следующий звук. Серьезно? Наковали. А где эти это возьму? Это чугун. Так, а не обязательно, чтобы было чисто наковали, ты можешь сымитировать. Какой-то. Ну, либо звук самого взрыва, но я не знаю, как ты его сделаешь. Кстати, шипение можно сделать, потому что вроде как по слухам звук клипера, вот это шипение динамитное, это а по сути это звук шипения бекона. Офигеть, там просто Пасха прям полноценная. Ты не приглашен на празднование Пасхи. Ты не приглашен на празднование Пасхи. Ему и так было плохо, ты его убил. Сейфет его и похороним. Вот этот сможешь? А, вот сейчас это кто сказал, я или там был? Я думал, там все было. Где я замроде? Сойдет. И нужен последний какой-то грандиозный звук. Мы, кстати, не прокомментировали, что там сзади Лиза еще сидит, работает. Не обращайте внимания на нее. Единственный человек, который здесь работает, да. Они хуйню ебаются. Ну ладно, ладно. Окей.
Давай такой будет один. Ну хорошо, допустим. Да, ладно, да. Короче, все, да хватит, остановись, пожалуйста. Сейчас, все. Да. Спасибо тебе большое за эти звуки. Все, удачи мне. Ты эти два дня не слушаешь? Нет, все, я придется не играть в Майнкрафт два дня. Бля. Кто победил, тот выиграет целый набор IQ-блокнотов с вашей медведем. За такое стоит играть, бля, это невероятные ставки. Это очень ценный приз. Можно посмотреть? Нет, если выиграешь, то может. Бля. Друзья, хочу вам рассказать... Так, автору приятного аппетита, мы продолжаем. Итак, второй звук. Это у нас... Деревенский житель. С одной стороны, Гера не помнит наизусть всех деревенских жителей, это точно. С другой стороны, здесь сложность в том, чтобы сделать мой голос неузнаваемым. Так, мне кажется, будет проще вот так вот поставить звук, слушать его и сразу повторять. Блин, сразу слышно, что это я, капец. Я забыл об этом сказать, но одно из условий челленджа... Кстати, прикольно... Даже скорее не прикольно, даже, знаете, странно, что он не загадал ему сделать звук, вот когда их бьют, она... Мне это тяжело повторить, это я не знаю, когда... Не пользоваться питчем. Вообще, по сути, я не могу использовать никакие плагины, кроме компрессирующих, добавляющих ревер и эквализацию. Самых таких базовых параметров звука, да? Того, что не меняет сам звук. Что-то у меня скорее получилось эта дама из Лапенко. Что-то у меня скорее получилось эта дама. Да не, неплохо, неплохо. Что-то у меня скорее получилось эта дама из Лапенко, знаете? Ну да, ну пытание, ну чуть-чуть да. Ну как-то так, по-моему, похоже. Послушайте и подумайте, это мой звук или из Майнкрафта? Это был Майнкрафт, оригинал, а это мой. Не, ну тут прям слышно, тут прям слышно. Мне кажется, Гера сразу все поймет. Ну ладно, едем дальше. Знаете, что он мне напомнил? Патриотизм. Надо найти объект, который будет по звуку прям напоминать наковальню. Было бы логично найти наковальню, да? Но я просто... Да, но здесь нужно что-нибудь такое прям тяжелое. Блять, найти бы... Вот, идеально найти молоток, какой-нибудь кусок железки прям. И записать это, как делали многие индастриал и электронные группы. Вот что Depeche Mode, что там это, Nitzer App... Нью Балтон из Германии, то есть когда они просто, блядь, брали всякие металлические хуйни, там, шифелины различные, опять же, там, молотки и прочее, ходили на заводы, на всякие заброшки, просто записывали с контактными микрофонами. Это не знаю где. Слушайте, у меня есть идея, у меня дома, не здесь на студии, а дома, железные перила на балконе. А давайте-ка попробуем. Как вы можете видеть по наличию клюквы в кадре, я нахожусь дома. Поздоровайся. У меня план следующий. О, вот это близко. Я в итоге взял два звука и соединил их вместе. Это не лучший мой звук, ребята. Не лучший. Оригинал звучал вот так. Фу, четвертый звук. Почему я... Ну, логично, потому что, блядь, по такой наковальне звук будет лучше распространяться. Причем такому более тяжелому. То есть, прям не просто, типа, дзынь, а полноценный такой радкая бассейн звуковая. Так кринжово разговариваю. Другого ведущего не нашлось, извините. Куб. Спорим? С первого раза будет. Угу. Окей, давайте так, возьмем коробку и... Вы поняли. Ну, появился, да, какой-то призвук. Да, вот если соединить ну-ка. Последний звук вот этого и звук коробки с наполнителем, то получается прям то, что надо. По классике послушайте звук и подумайте, мой это вариант или оригинал. Это был мой вариант, а теперь оригинал. Ну, близко. Близко, но все еще стоит поработать. Конечно, не один в один, но получилось, на мой взгляд, очень даже достойно. Ну что, погнали дальше. А следующий звук это... Динамит, ребята. И какой же хороший ролик без взрыва. Берем в одну руку петарды, в другую технику безопасности, и в третью мозг не помещается. И идем на улицу. Друзья, я ради ролика... Блять, я вспоминаю тот самый канал про бионические протезы и историю про пиротехнику. Это становится немножечко грустновато. Что реально, ребят, поосторожнее с пиротехникой, пожалуйста, это нихуя не шутки. Взорву сейчас петарду, но вообще хочу вам сказать, что это крайне опасно, и вам может оторвать руку, ногу. Осторожней, погнали. Ну, я, получается, воспользовался самым легким способом сделать звук взрыва, записать непосредственно взрыв. И мой взрыв.
Ну да, здесь это... Такое... Кстати, интересно, как вообще надо найти информацию, как вообще записывали некоторые звуки, потому что взрыв довольно-таки знатный, и что здесь использовалось? Какие-то удары, какие-то, например, я не знаю, хлопушки, может быть. Во-первых, убрать басы, а во-вторых, найти ревер с таким же звуком. Реверберации надо убрать верха. Чтобы не догадался, давайте озвучим еще падающие обломочки в конце. Мне кажется, неплохо. Так, осталось сделать фитиль. У меня ощущение, что по звуку это похоже на тоненький листок бумаги. Послушайте, звучит реально как зажигалка. Офигеть! Ну, вот так вот у нас получилось. Еще раз давайте переслушаем. Я не могу, это офигеть. Вот взрыв, кстати, прикольный, но вот как будто, знаете, не хватает какого-то такого криспа, такого скрипящего, хрустящего звука. Это очень классно. Реально. Так, а оригинал? Да у меня как будто лучше, знаете. А последний звук это у нас, ребята, зомби. Чем черт не шутит? Давайте я попробую. Мало ли я сейчас затащу с первого раза. Давай. Примерно утром так звучу обычно. С языка снял. Ну как сделать вот этот второй вот звук, вот этот? Это, знаете, надо прям прохаркаться, знаете, с утра, когда это... Батя, когда с утра батя идет, и когда вы спите, и вы слышите эти звуки. То есть, такой типичный звуки, когда то есть, в 6 утра вы слышите, что кто-то говорится, знатно чистит зубы, там харкает, кашляет, сморкается. Либо бабушка, либо дедушка, либо все одновременно харкают. Простите, блин. Просто вспомнился один момент, когда такой сплю в 6 утра, и я прям слышу, как папа так мощно, так просто вот, знаете... Такой мой. Мне скоро 23 года. Чем я занимаюсь? Офигеть. О, слушайте, похоже. Найс. Nice. Это даже не звучит, как я. Мне кажется... Слушайте, бля, вот это прям хорошо. Кажется, неплохо. Ну что, все звуки записаны, я пойду ложиться спать, а завтра ко мне приедет Гера и посмотрим, угадает или нет. Я надеюсь, что, конечно, нет. Я очень старался, честное слово. Мы собрались здесь через много-много часов, я так понимаю, кропотливой работы. Да, я не спал сегодня. Жаль, конечно, этого добряка. Первый звук — это деревенские жители. Я самый-самый первый звук не помню в Майнкрафте. Почему-то мне кажется, что это твой. Так, теперь послушаем вторую. Эти 100% из Майнкрафта. Да. Ладно, следующий звук. Окей. Так, ну первая наковальня, она такая легенькая, а вторая мощнейшая. Виду, первый звук поставь. Ну вот этот точно из Майнкрафта. А второй, похоже, твой. Окей, 2 балла тебе. Так, давай следующий звук. Это пока что легкая катка. Я настолько уверен, что я даю тебе 3 звука. 2 из них из Майнкрафта, а 1 из них записал я. Итак, звук номер 1. Мне кажется, это из Майнкрафта звук оригинальный. Так, второй звук. Тоже из Майнкрафта. 3-й звук. Тоже из Майнкрафта. Кажется, в мире Майнкрафта. Не, все-таки это в оригинальном ролике такие глюки. Я думал, будет сильно легче. Нет. Давай теперь еще раз. Это очень тяжело. Все, моя работа была не зря. 3-й, кажется, не тем, который был. Но я не знаю почему. Он какой-то более насыщенный, что ли, какой-то. Не 3-й, 2-й. 2-й был твой. Ура, у меня 1 балл. Я так рад. Я не помню, когда так радовался. Ну ладно, следующий. Это у нас блок. 1-й звук. Так. 2-й звук. И 3-й звук. Хотя 3-й какой-то такой звонкий слишком, а 2-й какой-то слишком глухой. 1-й слишком средний. Если говорить, самый странный момент, знаете, когда вы вроде бы играете во что-то или смотрите, вы это знаете,
Но когда вам показывают сравнение, вы начинаете путаться, только если вы, знаете, там прям не очень такой мощный аудиофил. Вот то он должен быть. Нужен твой вердикт. Пусть второй. Да, второй. Второй твой. Антон расстроился совсем. У динамита есть два звука. Взрыва? На одном... Один это звук, когда ты его поджигаешь, звук фитиля и огнива. Mm-hmm. А второй звук это звук взрыва. Звук номер один. Очень похоже на оригинальный звук. Так, и звук номер два. Тут, к сожалению, сразу слышно, что второй твой. Да ладно, я вообще... Не, немножко слышу, что все-таки пакет, знаете, как будто не хватает какого-то просто... А почему? Я думаю, все-таки, наверное, стоит как-то, знаете, зациклить звук пакета, то есть вырезать кусочек, этот сэмпл просто зациклить, чем просто именно в течение какого-то времени просто иметь пакет, чтобы меньше ощущалось... Как бы это сказать? То, что это именно звук пакета. А как ты это понял? Мне ужасно тяжело быть судьей. Звук взрыва, да. Звук взрыва. Так, опять похоже на оригинал. Это в подъезде кто-то петарды взрывает. Ну нет, это второй твой. Хотя очень классный все. Напишите хотя бы в комментариях, не зря ли был весь этот ролик. Не зря, это круто. Похожие ли у меня звуки? Знаешь что, я еще Лизу спрошу. Ну что, Лиза, ты сможешь понять, какой звук где? Ну я не знаю, сейчас попробую. Давай. Без понятия. Не знаю. Лиз, вот я считаю, что куб у меня получился чуть ли не лучше всего. Давай. А я не понимаю. Попробуй. Ну послушай еще раз, попробуй. Ты не эксперт по Майнкрафту, просто обычный человек. Не знаю, может третий твой. Не третий, мой второй. Но он очень похож. Мне кажется, что если я не понимаю, где твой, то это сразу тебе бал. Это твой. Последний звук на сегодня. Давайте. Друзья. Звук номер два. И звук номер три. Мне настолько тяжело сейчас судить, потому что второй-то очень сильно похож. Но я все равно слышу тебя. Вот знаете, в некоторых моментах было бы честнее, если бы... Как это сказать? Было бы честнее, если бы для озвучки позвали бы другого человека. Например, еще одного своего друга позвал бы Трунь. Где мой приз? Гера, я потерял приз. Всем спасибо, и на этом оглушительном провале мы прощаемся. Пока. Пока. А где книжки? Старший полиционер Коваленко. А что это мы тут делаем ночью? Без прописки, без подписки. А ну-ка быстро подписочку оформляем, а то придется проехать с нами в отделение. Прописка есть, приписка есть, все есть. Я мог погибнуть, все нормально, все хорошо. Короче, вот такой ролик, и честно, получилось классно. Прям мое почтение, эта идея сам по себе офигенная, сделана достойно. Молодец, Трунь. Флаг тебе, как говорится, в руки, надеюсь, что увидим еще подобные ролики, знаете, по фильмам или по мультсериалам. Кто знает, тот знает, знаете, там звуки мемов воссоздать. Вот реально, знаете, воссоздать звуки мемов. Почему бы и нет? Фух. Всем спасибо за внимание. Поддержите автора оригинала, комментарий, колокольчик и спокойной ночи, дружки и пирожки.